Всех приветствую! Сегодня мы приехали в Бланкенбург на очередной остаток стены или хребет, как вам угодно будет это видеть. Мы уже с Михаилом побывали на двух частях, вернее даже на трех частях подобных стен и показали все, что могли там. На одну мы еще приедем. И надеюсь, будет это вам интересно. Мы хотим посмотреть твердость камней с обеих сторон. Посмотреть, есть ли тут оплавленные стены, может быть, что-то найдем интересное. Походим, в общем, самое главное, вот тут нижняя часть, мы уже видим, что она очень твердая. Насколько она твердая, пока это трудно понять, но тем не менее, мы все равно пройдемся по самому верху, по хребту, в одну сторону и обратно мы, скорее всего, вернемся, наверное, как-то по... в середине, наверное. Ну, в общем, там посмотрим по тропинкам, будем ориентироваться. Эта стена тоже недалеко тут находится, которая называется Дьявольская стена. В общем, смотрите, надеюсь, будет интересно. Всем приятного просмотра. Мы пошли. Ну, давайте начнем с того, что вот посмотрим камни. Это, насколько я понимаю, гранит. Сейчас где-нибудь подойду поближе, посмотрю. Ну, по-моему, это гранит. Это нижняя часть практически в самом вот как раз Бланкенбурге. Да, кстати, вот вода тут проступает. Выступает, видите, все сыро, мокро. И вот такая гранитная скала. Тут сделаны ступеньки, и сейчас мы идем на самый верх, посмотрим. Я тут, кстати, уже был когда-то. Солнце опять прямо в глаз. Тут я уже был, мы заходили с другой стороны, я там показывал, если не забуду, оставлю ссылку на тот ролик. Так, ладно, мы тут как бы не знаю, насколько это интересно вообще. Тут все, ступеньки кончились. И так, в общем-то, где он переходит у нас? А он где-то тут, смотри, переходит песчаник уже, да? Вот смотри, это же песчаник, Мишань. Вот. Такое впечатление, что он переходит тут плавно в песчаник. То даже не гранит был, скорее всего. Да, вот он, плавный переход его, более мягкий камень. Интересно, как это так получилось. Вот здесь еще части более твердого. Видно, что это песчаник, но очень твердый, явно какой, где-то он по сколам видно. Так, пойдем мы сейчас вот туда, наверх, там дальше включу. Ну вот, одну я показывал, там одну часть стены дьявола, да, там была структура, как мне написал один в комментариях, интересно написал, она напоминает костную структуру. Вот когда кость сухая, смотришь ее с торца, ну вот что-то наподобие. Только здесь, в данном случае, это все довольно крупно. Видно, нет? Вот так. Довольно вот. Да-да, я видел. Сейчас туда дойдем. А тут
вот такие, как прожилками, они немного по-разному. И вот где по тропинке, они тоже есть, люди ходят. И вот между вот этих прожилок также вышеркивается, а вот эта прожилка остается как бы на месте, не трогается. Сейчас я, кстати, покажу где-то. Вот, например, вот видите, все вышеркалось, а вот эта прожилка осталась. А она как вот, да, вот напоминает мрамор. И это все в песчанике. В данном случае, если я там скол сделал, там он еще не такой. А тут он уже вот такой вот. Вот как-то так. Все очень интересно. И там внизу вот этот камень, я думал, гранит. Это, наверное, скорее всего, не гранит. Это вот как раз его самое твердое, почти твердое. Перед тем, которое превращается в стекло. Ну, а тут совсем вот как интересно. Я понимаю, скорее всего, вот это все очень твердое, раз сохранилось. Что тут за обработка была? Сейчас где-то мой бундесверовский ножичек. Шань, открой, пожалуйста, вот эту часть. Не лезвие, а другую, да? Ага. Да, это очень что-то твердое. Оно цвет как бы скалывает, вот. Как будто обожженный, да. Ну, прикольно, вот эти прожилки опять. Как на тех мы уже показывали раз с Михаилом. Сегодня он, кстати, опять со мной. Сегодня вот эти Пасха немецкая, понедельник и выходной. Мишань, помаши всем рукой. Ага, Мишаня всех вас поприветствовал. Кстати, вот тут мы видим, бурили, явно скалывали. Вот он. Тут был скол. Ну, сейчас мы походим, я думаю, мы еще что-нибудь найдем тут по-любому интересное. Потому что какая тут, какое воздействие, как это все вот так могло сформироваться. Ну, типа природа, как бы, да? Сейчас вот тут покажу. Вот то же самое. Но тут вот немножко они отличаются. Сейчас я приближу, плохо видно. Вот такие они прикольные. Всякие разные, всякие, какие хотите. Вот там выше совсем какие-то интересные. Сейчас я до них дойду, вот они появляются. Вот такие. Во какие интересные. Ладно, пойдем дальше. Ну вот Михаил остановился снова. Где-то часть песчаника, где-то часть уже практически мрамор, но еще не мрамор. Вот уже можно сказать мрамор. Тут вот скол совсем похожий. Тут песчаник. И вот эти прожилки тут уже. Ну вот визуально даже я их трогаю. Они очень тут, видать, много людей ползают. Они вот гладенькие, отшлифованные. Вот так вот. Ну еще мы сейчас походим, посмотрим, что тут еще интересного. Ну а там мужчина в красной куртке стоит с женщиной. Там мы вот эти камни показывали. И вот мы по низу идем. Ну как бы чуть-чуть ниже продвигаемся между вот этих скал. Туда дальше и выше. Наверх тоже тут можно забраться. Но мы где-нибудь чуть подальше, повыше закарабкаемся, чтобы немножко обзорчик сделать вокруг. В принципе, на самую, но что-то у меня желания нету. Но, как я говорил уже, найду тот ролик и ссылку оставлю. Там мы с Юриком еще туда заползали. Ну вот мы первый участок практически прошли. И вот там я вижу коричневые камни. Сейчас я уеду в середину и приближу. Они... Ну, явно там очень высокая твердость. Вот этот, ой, картинка, наверное, совсем никакая будет. Чуть-чуть удалим вот так. Но там явно очень твердый. Потом где-то вот тут правее, вот на этом камне. Тут разная твердость и тоже прожилки всякие разные.
Так, и теперь мы идем дальше на следующую. Как бы она тут совсем рядом, буквально 50 метров, наверное. Вот сюда. Ну вот лежит глыба. Михаил сразу заметил. Во-первых, немного розоватая местами. И весь камень этот явно, вот он уже, не знаю, что за воздействие было, он из песчаника превратился. Ну вот тут уже, смотрите, вот сейчас я приближу. Это, ну, очень на мрамор похоже. Сколоть я его, естественно, не смогу, он слишком твердый. И он этот кусочек, он весь такой. Вот еще один очень интересный Михаил показывает. Смотрите, он уже цвет как поменял сильно. Да вообще жесть. Что за воздействие тут было? Мишань, чуть-чуть отойди со света. Ага. Это что произошло с ним такое? Это был песчаник когда-то. Обалдеть. Ну вот тут на скале, сейчас я ее покажу, скалу, но сначала покажу внизу. Вот, скорее всего, вот эти камни со скалы отвалились. Очень твердые это. Тут потому что лежит рядом такие же, но это песчаник вот с прожилками. И вот тут Михаил стоит, и там сверху, похоже, вот такие именно квадратики, которые могли когда-то отвалиться. Вот. Что тут за воздействие было? Вот они, похоже, вот где-то отсюда, да? Вот там такая форма, смотри, какая. Сейчас попробую приблизить. Прикольно. Ну просто жесть. Где ты говоришь опаленая? А это, кстати, вот я показывал на пяти пальцах. Вот этот тонкий слой, как будто чем-то как обработали или какое-то воздействие было. Он, но если на пяти пальцах там тонкий слой, а здесь уже толще. Такой он идет, как корка. Ну тут-то, в принципе, это песчаник. А это уже что-то твердое превратилось. Это вот сверху такое впечатление, когда при воздействии как мягкие части сгорели, расплавились, а более твердые остались. Ну, я бы сказал не так, это непонятное воздействие, а потом вот это мягкие вымылись оттуда, скорее всего. Потому что, ну, что это за воздействие было, вопрос, что он вот так частично, да? Ладно, пойдем дальше. Ну а тут у нас совсем все, что хочешь. И как вот было до этого на части, и частично где-то местами, как на дьявольской стене. Вот это понятно, что там очень твердый. Вот тут вот, прожилками где-то что-то вымылось. Там вот такими вот, как сказать-то, платами, да, такими слоями, да, идет. Вот под таким уклоном. На самом верху. Ага. Вообще, ну, природа так как-то сформировала, типа. Мне, конечно, это непонятно. Может быть, кому-то понятно, кто-то напишет в комментариях. Вот там вообще как будто кто-то все ископал такими маленькими ямочками. Очень интересно, как это вообще сформироваться могло. У меня пока идей нету. Будем идти думать. Может быть, что-нибудь и придумаем. Тут, конечно, местами совсем ничего не понятно. Где-то он очень твердый. Где-то он такой вот, вот такой структуры всякой разной. А если мы посмотрим туда, скажем, от края. Но опять же, где тут край был, мы не знаем. И туда, там практически чистый песчаник. Вот он,
а обычный нормальный мягкий песчаник. Вот, то есть внутри сохранился каким-то чудом. Что так хотел сказать, забыл уже. Вот видите, у него цвет другой от песчаника, то есть там какое-то содержание. И когда воздействие было, вот с этой стороны мы видим, что вот такая вот тоже вот такой слой появился. А тут ничего нету. Вот я сейчас тут ковырнул, он весь, скорее всего, одинаковый. Да, вот нож идет, не останавливается, не задерживается. Вот я пробурил. А тут я уже так не смогу, потому что вот это очень твердое. Вообще вот интересно, конечно. То есть тут какой-то внутри уже какой-то минимум вот этого воздействия было. Ну тут сейчас я туда не могу показать, солнце прямо в глаз. Ничего себе жара. Вот тут ближе подойти надо. Тенек. Вот тут опять же вот такой он твердый, как был внизу. Ну, что-то близко к граниту, да, по твердости. Как бы я так уже вижу. И тут, ну, немножко блоки напоминает, конечно. Такие скалы. Ну, идем. Может быть, где-нибудь что-то оплавленное найдем и тут. И не надо нам будет искать это на Дьявольской стене. В этот замок я таки не попал. Пару попыток делал, он был закрытый. Надо в интернете поискать. Может быть, его открыли. Или может, когда-то написано, откроют, и мы туда попадем. Так, а там немножко обзорная площадка. Там я уже был. Как сказал, ссылку оставлю. Ну, в общем, продвигаемся мы по хребту уже, я так понимаю. И попадаются тут под ногами три твердости. Мрамор, песчаник и вот это среднее, похоже на гранит. Не гранит, а? Да, причем зачастую это в одном камне. Ну вот, возьмем вот этот, например. Вот одна твердость, тут уже что-то близко к граниту. А потом вот эта прожилка. Прожилки пошли твердые. А там уже песчаник с той стороны. Ну, он явно откуда-то отвалился. Тут вообще, смотри, как лежит, интересно. Давай ты будешь проходить, я толкну. Да. У меня сил не хватит. Вот какой я добрый, да? А? Ну вот, смотри, тут песчаник вот чисто шоркается, оплавлено. Но я бы не сказал, скорее всего, это просто чернота, скорее всего, это, да. Это чернота. Причем тут нету север-юг стороны, это я уже много раз показывал, говорил. Неважно, север это или юг. Как бы один это был комплекс или нет, я вот там в одном ролике показывал, что они не очень далеко расположены. Возможно, они были какими-то кусками, да, где-то на опасных участках, может быть, как вот снегозадержание делается, знаешь, раз, допустим, тут надо, тут не надо. Возможно, так. Возможно, они были соединены. Гадать, конечно, тут можно долго и упорно. Мы просто сегодня хотим найти, попытаться найти, может быть, нам повезет и найдем кусочек более оплавленного камня. Ну, хотя бы примерно вот как на Дьявольской стене, или вот Олег Павличенко показывал в Египте, очень похожее то, что на Дьявольской стене мы показывали, очень похожая структура оплавление камня. Ну, тут почти 4 километра. Вот в таких условиях прыг-скок. Не знаю, мы даже сегодня, скорее всего, на Дьявольскую стену никак. Потому что это будет долго. Ну, надеюсь, кому-то такая прогулка понравится. Тут
тут что-то написано. Ты можешь прочитать? Что-то я некоторые буквы не разбираю. Вот после F, что там, ну, короче. Потом посмотрим на видео. Ну вот мы решили, блин, ветер, с Михаилом разделиться. Вот эта сторона, вот как на этом дьявольской стене, вот эта сторона тоже, она такая же мягкая. А та сторона противоположная очень твердая. Сейчас Михаил пойдет по этой стороне, а я пойду по другой стороне. И там мы все равно сейчас быстро встретимся. Ну вот с этой стороны есть вот эти прожилки очень твердые. И есть также где-то он под ногами вижу, да, вот он очень, который твердый. И идем дальше, сейчас с Михаилом там дальше встретимся, и что он скажет, что там видел с той стороны. Да, вот эта сторона вот совсем, вот он как, не знаю, гранит, мрамор, все очень твердый, просто вот здесь какой твердый. Сейчас мы в затишек зайдем, и Михаил расскажет, что он с той стороны видел. Ну, кстати, с той стороны мы с Юриком заходили как раз, и мы вот этих твердых, вот этих всех структур мы и не видели. И что там ты видел? Там обыкновенный песчаник, также мягкий, много надписей нацарапано, видно, что он податливый. И даже есть одна дата, 1862 год. Кто-то нацарапал. И, кстати, стороны совпадают с этой, с дьявольской стеной, правильно? Вот эта твердая сторона на дьявольской стене такая же. Вот эта твоя сторона была. Ну, под наклоном я не пойму. Мне надо ту сторону посмотреть. По-моему, вот это круче, чем та сторона. Но с той стороны песчаник. Дело в том, что как бы с одной стороны твердость высокая, гораздо выше, да, чем с другой. Сейчас мы посмотрим туда наклон. Ну да, есть что-то тоже. Хотя тут тоже довольно круто с этой, вот с левой стороны. Да. Да, и на дьявольской тоже было с одной стороны больше насыпано, чем с другой стороны. Ну, как бы я тут не сказал, что тут. Ну, довольно тоже круто. Да, круто и высоко. Ну, очень высоко. Выше там, чем та стена. Да, она выше, похоже. Но мы там наверху на самом не были. Мы же сейчас поверху идем, а там мы шли где-то посередине. Поэтому сориентироваться по высоте мы не можем пока. Но это потому что мы выше идем, поэтому чем выше. Да, Михаил был прав, где-то местами наклон, как на дьявольской стене, тоже просматривается. На дьявольскую стену я тоже оставлю ссылку внизу, кому интересно, можете посмотреть. Ну, а если не хотите дьявольскую стену смотреть по ссылке, то ждите следующего путешествия на ту стену. Мы по-любому еще раз туда съездим, потому что
озадачились найти, может быть, что-то очень сильно оплавленное. Более того, что мы видели. Ну вот, по таким, конечно, 4 километра, я не знаю даже, пройдем мы, не пройдем. Ну, надеюсь, дойдем. По таким ухабам. Пабам, пабам, прыг-скок. Как горные. Блин, чуть не сказал, кто. Так, чтобы сориентироваться, почти на самой высоте, но не на самой высоте. Довольно высоко. Встречно идут, а тут довольно узкая тропинка. Разойдемся сейчас. Ну, сейчас я скажу быстренько. Мы, наверное, по хребту не пойдем по всему. Спустимся с правой стороны. Там я смотрел, тропинка более-менее. Потому что тут мы долго так не проскочим. Сейчас я выйду на ветер. Там вряд ли запись будет слышно, звука. И покажу вот на самом верху камень. Но опять же, он левее. Правее песчаник. Хотели спуститься на правую сторону, но резко передумали. Это как раз южная сторона будет с той стороны. И как бы там вот этого воздействия практически нету. А мы же хотим найти что-нибудь более интересное. И решили продолжить дальше вот этот наш нелегкий путь. Дальше по-немецки называется это штау, пробка. Местами тропинка совсем узкая, и встречные люди практически разойтись невозможно. Во, камень привязали тросами. В общем, мы пришли к такому мнению, что вот эта северная сторона, с этой северной стороны было какое-то воздействие. Точно так же, как на дьявольской стене. И песчаник стал превращаться вот в такие подобные прожилки, где был состав песчаника другой. Вот как я показывал, коричневые такие полоски. Возможно, там высокое содержание железа, или понятия не имею. Это надо анализ делать. Анализ нам негде делать. И думаю, это очень будет недешево в Германии делать. И, в общем-то, что за воздействие было? Ну, похоже, вроде как бы на высокую температуру, но до определенной. Вот, то есть, оплавление мы сколько уже прошли, по крайней мере, на этом хребте или на этой стене мы не нашли. Ну, я не знаю, сколько мы прошли, мы хоть километр-то прошли, да? Ну, я надеюсь. И сколько у нас еще впереди? Получается, еще где-то около 3, если мы километр только прошли. В общем, путь очень нелегкий. Вот так все время мы прыгаем вверх-вниз. Где-то я уже не снимаю, потому что снимать очень тяжело. Или практически невозможно. Там ступеньки такие очень крутые. Ну и тут местами вот тоже, видишь, или тут скололи, или скололось, или отвалилось. Да, то, что было вот уже как бы с воздействием. Примерно на середине пути наши вот эти скакания вверх-вниз закончились. Мы потихоньку идем вниз. Уже тут более нормальная так дорога. Попроще идти. И где-то должна быть то ли грот, то ли что-то там, фотография стоит. Если не найдем, я ее добавлю. Просто как фотографию. Но должны, по идее, найти. Ну, похоже, я немножко рано обрадовался, что наши скакания закончились. Нет, они чуть-чуть маленький участок, и все по новой продолжается. Ну, по длине это явно
намного длиннее, вот этот вот хребет или стена, остаток, не знаю, что это, намного длиннее, чем вот этот дьявольская стена. Идем, немножко расслабились, и тут опять такой спуск крутячий. Я не знаю, видео это передаст или нет, но довольно круто все вниз пошло. Обалдеть. Да, дома, дома из камня, и то, что мы след видели бурения, скорее всего, тут не маленькую часть этой стены или этого сооружения, скорее всего, тут растащили, как мы и предполагали на других подобных объектах. Скорее всего, их просто в какое-то время на свои нужды, на строительство, еще куда-то. Ух ты, а тут нету с этой стороны тропинки. В общем, растащили немножко. Ну, вот южная сторона. Чистый такой, мягенький, довольно песчаник. Тут вот пишут, царапают. С той стороны мы видели, что там вообще ничего не поцарапаешь, не отколешь. А тут с южной стороны, ну, то же самое, вот аналогично, похоже. Похоже на стену дьявола. Ну, а вот северная сторона, она вся, во-первых, мхом обросла. Ну, тут опять же, какой слой это остался. Возможно, тут часть выбрали и тропинку вот эту делали. По-любому тут убрали много. Ну, и, соответственно, мы уже этого воздействия, хотя все равно он намного тверже, чем с южной стороны. Тут убрали явно. Да, причем приличный такой слой убрали. Как бы видно, скорее всего, тут скалывали, их вниз кидали, а там увозили. Что, вниз его кинул, он там укатится. Что там останется от него хорошее. Тем более, если эта сторона очень твердая, значит, они в основном докатывались туда такие, какие их и скалывали. А вот мягкие, видать, не стали скалывать вот этот песчаник уже. В общем, опять дороги расходятся. Вот этот Фухсбау, там стрелочка сверху, она показывает нам направо. Мы хотели так дальше идти, но и этот Фухсбау тоже хотим увидеть. Ну, идем направо искать. Не знаю, найдем его, не найдем. Что там за конура такая? Посмотрим. Тут такое ущелье, но на стрелке нету этой Фухсбау. Немножко спустились, значит, опять поднимаемся. В общем, тропинок много, тяжело что-то искать. Ну, тут ширина поиска у нас увеличилась. И мы вот в раздумье, куда идти дальше. Хотели только нору посмотреть, но что-то мы ее найти не можем. Одна стрелка была в сторону, куда в сторону. Сейчас мы все время вниз идем, а там вижу дальше опять все вверх. Тут что-то похоже на ущелье, то есть она как бы разрезана ущельем каким-то. Ну, возможно, это позже разрезали. Теперь мы все время вниз идем, спускаемся. Там опять все вверх. И эту конуру мы найти не можем пока. Идем, ищем. И понятия не имеем. Знаков больше нету. Показать нам, где это находится. Идем наугад уже. Ну вот мы немного спустились. Вот устали уже довольно сильно. Но эту конуру так и не нашли. Вот тут видим куча вот этих табличек. Может быть, где-то тут написано, что тут было. А как будто здесь выкопали, да? Зачем-то. Непонятно зачем. Такой вот туннель тут. И он не пересекает всю стену. Он, то есть, ну, где-то чуть больше половины. И тут вот заканчивается, уходит опять все вверх. Вон там какой-то грот. Так, девчонки идут, сейчас мы у них спросим, видели они этот Фухсбау или нет. Чего, на знаках есть? Да ладно.
Ну вот Михаил тоже чуть-чуть попозже говорит. Похоже, как будто здесь выбрали вот эту часть, где как искусственно созданное ущелье вот это. Но только для чего, непонятно. Именно вот с северной стороны. Если мы ходили на этом, как его, дьявольской стене, там полностью он сквозной. А тут нету сквозного, он не насквозь вот это вот. Вот это вот ущелье. Там он даже на той стороне камнями обложили. Ну, где-то мы уже доходим до этой конуры. Люди фотографируются. Идем дальше. Осталось у нас, ну, может, километр. Тут прям так скалы свисают. Опасно. Прям на лавочку. И тут девчонки сидят. Ну вот, дошли мы до входа в катакомбы. Вот этот Фухсбау. Наверное, надо фонарик доставать и туда, да? 1934 году. Сейчас попробуем спуститься. Так, ну ладно, пожелайте мне удачи. Пошел я куда-то в неизвестность. Ну там я слышу голоса, люди там. Ой, ё-парасоте, как тут тесно. Я вам скажу. Айо, корный бабарь. Я тут на корточках должен идти. Зачем тут зарывались? А, вон тут проходик такой узенький. Нечаянно нажал кнопку, выключил. О, конура. Ну, от дождя прятаться можно, хорошо. Каны видео маха. Да, я не, кайм проблем. Не, даже фили люди волен их там видео, а вы их цайга где, окей. Ну такая маленькая конура. Я думал, она будет гораздо больше. Поехали дальше. В общем, на табличке было написано в 1934-м. Построена вот эта вот конура, по-другому не назовешь, безработными. Я тут выбрался за ограждение, чтобы это окошко показать. Ну а вот интересный довольно объект попался нам. Но обратном пути мы подойдем, может быть, на флажке там что-то написано с другой стороны. Но отсюда выглядит это как вентиляция. И вопрос, на такой глубине, куда еще может быть вентиляция вести? Ну, деревья мы тоже затронем, потому что, ну, во-первых, корни у них расходятся по сторонам. И тут внизу мы видим уже немного глины. Есть глина, да? А вот тут дерево. Сейчас я до него докарабкаюсь. Не так уж и высоко. А, тут, похоже... Глины почти нет. Но чем круче, тем понятно, меньше глины задерживается. Ну, он есть, видно, я отсюда вижу слой небольшой глины. Вон выглядывает, сейчас приближу. Ну, идем, уже немного нам осталось. Ну, вот тоже огромное дерево свалилось. Корни по сторонам, а тут уже низина. И тут, соответственно, глины гораздо больше. И корни вниз не идут. Ну как, глина воду не пропускает практически, поэтому смысла им туда дальше углубляться как бы и нету. Им вода нужна. Но здесь уже видно вот более равнина и глины больше. Так, пошли дальше. Тут у нас попалось... Еще одно небольшое ущелье, но не такое большое, маленькое. Идем мы, в общем-то, до следующей деревни, получается, от Бонкенбург, я не помню название. Тут, кстати, рыбачил я. О, в голове крутится, не вспомню. Не вспомню. Еще одно
поменьше тоже ущелье попалось нам. Тут тоже что-то даже делали, вон обкладывали. Но это, походу, скорее всего, под воду, да, когда много дождей. Хотя, какой тут смысл? Что тут размоет? Ну, вот там наверху еще один остаток. Туда, наверное, мы уже не пойдем. Посмотрим на обратном пути, пока не могу сказать. Где-то мы уже близко к завершению, но еще не дошли. Снова у нас подъем в гору, довольно высокий. Там вижу сквозь деревья остатки еще каких-то скал. Да, под корнями. Сейчас куда-нибудь заберемся. Ну, снова мы уже закарабкались довольно высоко, но еще примерно посередине. Может, чуть ниже, может, чуть выше. Вон там остатки скал. Я так подозреваю, это уже, в принципе, как раз где-то край этой стены или чего это. В общем, какого-то сооружения. Подозреваю, мы там дальше уже увидим эту деревню, которую я не вспомнил название. И поверху мы пойдем опять обратно до того ущелья, где спустились. Там спустимся и пойдем посередине, по северной стороне. Ну вот, на северной стороне попался опять же такой уже почти стекло камень. Идем дальше наверх. Ну, в общем, на Google Planet смотрел. Эта сторона уже возле деревни как бы выглядит низкая. Но тут высота, я вам скажу. Вон там где-то домик. Где он? На камере не вижу. Где-то там. А, вон крыша. Высота, по-моему, практически такая же. И я еще не на самом верху. Ну и опять же, вот с северной стороны твердость камня повышенная. Сейчас посмотрим, обойду тут все. Посмотрим с той стороны, только с той стороны ветер сильный. Ну, в принципе, все, вот деревня выглядывает. Михаил тут пару сделал, меня закрыл от ветра. В принципе, дальше уже мы не пойдем. Сейчас возвращаемся обратно, примерно сверху, а потом посередине. Что увидим, покажем. Ну, в общем, до самого края мы не стали доходить. Там посмотрели, где людей много. И там видно, это южная сторона, и чисто такой довольно мягкий песчаник. И как бы смысла туда уже нету идти. Возвращаемся обратно теперь вот до следующего ущелья поверху. Может, где-то что-то еще интересное увидим. А потом где-то примерно середина будет вот этой вот стены или хребта, как угодно называйте. Потому что мне, например, непонятно, как она тут образовалась. Ну вот с северной стороны все же это видно еще воздействие. Вот вы посмотрите, как закругленно, да? Миш, видишь, Михаил? Смотри, какой кружочек отличный. И она твердая, я уже на одной части их пытался откалывать. Вот эти кусочки очень твердые. Ну, тут вижу сколов очень много. Видать, не одни мы такие любопытные. Вот такая структура получается, скорее всего, из-за вот тех коричневых прожилок, которые... Возможно, высокое содержание железа. Вот, видел, да? Смотри, какой кружочек интересный. Прям кругленький такой. Ну, идем дальше. Ну, тут вот остались еще такие, ну, скажем, верхняя часть, да? Кусочками. А что это получается? У нас изначально с песчаника это было, да? Получается, скорее всего, так. А потом одна сторона северная превратилась либо в это, либо более твердый камень, либо там вообще практически мрамор такой. Везде разные. Там, кстати, находили описание, какой камень тут есть. Ну, на немецком, конечно же, но...
Как он тут получился так? Нету описания. Ну вот камушек. С ним что-то явно уже произошло. Был песчаник, а превратился во что-то уже совсем другое. Сейчас мы уже пойдем чуть-чуть с южной стороны, покажу. Ну вот тут тоже есть немного, но гораздо меньше, чем с той стороны. Но опять же, тут может быть поотваливалось очень много, где мы сейчас стоим. Скорее всего, поотваливалось, потому что вон какие глыбы валяются огромные. Возможно, тут просто частей не хватает, которые были именно чистый песчаник. Но похоже, тут не всех камней хватает. Много поотваливалось уже. Вон какие тут остатки такие. С интересной вот этой структурой опять. Напоминающая костную структуру. Очень много вон людей пробуют откалывать вот эту твердость. Где-то он вот между прослойками нормальный песчаник, а вот эти прослойки очень твердые. И вот так они идут дальше, там частями остатки какие-то сохранились. Ну а там среди деревьев еще один остаток, но мы уже туда не будем забираться. Идем дальше, спускаемся и пошли потихоньку где-нибудь к середине, и посередине северной стороны пойдем в обратном. Обратный путь нас будет лежать. В принципе, вот она, мы довольно близко проходим, еще не сильно спустились. Еще один, и их тут вот так по самому хребту сверху остатки есть, встречаются. Ну, так как идем мы по северной стороне, думаю, нам будет такое попадаться очень часто. Это уже практически ой-ой-ой какой твердости. А это песчаник. Расстояние это вот 30 сантиметров. Это один камень, два в одном. Ну вот, мы дошли до этого ущелья, идем на спуск. Потом немножко мы пройдемся по низу. И там опять приподнимемся до середины примерно и пойдем обратный путь. Ну, такого вот явно, чтобы оплавленный прям, чтобы потеками был камень, мы не нашли. Вот практически стекло есть и тут присутствует, так же как и на дьявольской стенке. Ну, в принципе, много похожего, поэтому вот мнение складывается всегда, что это как бы что-то было, целый ансамбль такой. Либо он идет остатками какие-то где-то сохранились, либо они были изначально такими участками задуманными. Вот этого, к сожалению, непонятно сейчас, как это было задумано. Но они довольно большие и довольно высокие. Дошли мы до этой трубы. На флажке ничего не написано. Тут какой-то Кольсхорн, я не знаю, что это, фирма, может, какая-то. О, может, это скважина какая-то. Ну, зачем она тут? Непонятненько. На отдушину как бы не похоже. Ну, вот так конура выглядит с этой стороны, куда я заползал чуть ли не на четвереньках. Очень низкая. Фу, немножко промахнулись, но там такие глыбы отвалились. Это северная сторона, опять же. И с этой стороны песчаник уже совсем как бы не песчаник. Ну, очень мало напоминает, а там выше, я понимаю, он совсем не напоминает уже песчаник. Да, вон, тут уже вот он. Это просто что-то с чем-то. Это серединка, да, что-то похоже на мрамор, да? Угу. Ну, в общем, идем посередине. Ничего особо интересного мы пока не обнаружили. Кроме вот теннисные корта, там канатные дороги прошли.
ну как канатные для детей там по деревьев, как в тале наподобие. И тут один, раз, два, три, еще, по-моему, четыре впереди я вижу для тенниса. И там я уже показывал, будет беседка или остановка. Ну, от дождя спрятаться можно будет. Сейчас мы до нее дойдем, покажу. Ну, тут вот выбратый такой полукруг. Для чего? Ну, теперь, конечно, мы навряд ли узнаем. Ну, хотя, может, где-то и есть информация, что тут хотели делать. В этом гроте у меня звук не записался так же, как и на самом начале видео. Думаю, кто-то, ну, наверняка многие заметили, что там не совпадает мимика с текстом. Но это не важно. Тут я говорил, что в этом гроте песчаник тоже твердый, но перед гротом большой слой грунта выбратый. Вернее, песчаника, и мы не знаем, какая была твердость на этой именно стороне. И также смотрите ролики, те, которые будут в описании, чтобы понять, по крайней мере, вообще о чем речь идет, о каких стенах, если вы не видели, допустим, этот ролик. Что-то еще наговорил, уже не помню. Ну, в принципе, не важно. Ну вот, на горах я уже неоднократно видел, обычно ниже они стоят, а где-то даже наверху. Это с водой все связано. Не факт, что даже, допустим, я допускаю, что она тут где-то образуется с этой горы. А потом ее водичку-то и продают. Хорошенькую питьевую. Ну, мы уже дошли до машины. Мне показалось, что это гранит. Там я показывал, где-то вода сочится. Но это не гранит. Это песчаник, во что-то превратившееся, очень-очень твердое. Ну, тут кусок отвалился где-то сверху. Ну да, этот еще не такой, а есть гораздо тверже. Ну, в общем-то, на этом, пожалуй, все. Наша прогулка закончилась. Вот следы бурили, тут скалывали. Ну, это понятно, что под дорогу, который был туда дальше, наверное, был еще тверже. На этом, пожалуй, все. Пишите в комментариях свое мнение. Но предварительно посмотрите ролик, который я оставлю первый в описании. Я там с Google Planet показывал. Вот эти вот все, ну, похожие на стены участки. Посмотрите, чтобы было понятно, о чем вообще речь идет. На этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока.